Выставка под названием «Гродно Транзит» открылась накануне в Бресте. Ее экспонаты – произведения гродненских мастеров кисти. В город над Бугом картины привезли в рамках творческого обмена. Наверное, в этом году завершает нашу большую череду таких обменных выставок. У нас были витебские художники, у нас были минские художники. Вот, сейчас это гродненские художники. Обменные выставки, по принципу, к нам приезжают, и мы потом едем. Сейчас гродненские художники показывают свои работы в Бресте, а через месяц, в декабре, мы будем свои брестские работы показывать в Гродно. Более 7 десятков полотен, 20 авторов, именитых и только начинающих свой путь. Самому взрослому больше 80 лет, самому юному – 28. Разные подходы, видения, техники и жанры. Картины на экспозиции отличаются одна от одной, порой кардинально. Но это и привлекает внимание. Настроиться на одну волну не получится. К каждой работе нужен свой подход. Дело в том, что 13 лет тому назад группа художников из Гродно выставлялась в этом зале. И очень хорошее впечатление рассказали, что они оставили в Бресте, и Брест оставил их памяти. Вот. Поэтому пришла идея мне, как председателю областной организации, сделать выставку уже нашей организации в Бресте. Эта выставка посвящается 75-летию образования Гродненской области. В 2019 году, в сентябре, как раз будет юбилей. У тех, кому уже удалось ознакомиться с экспозицией, впечатления самые приятные. Говорят, прийти сюда однозначно стоит. Это поможет расширить кругозор и, возможно, найти новых любимых художников и картины, от которых сложно отвести взгляд. На самом деле, лично меня очень привлекает искусство, именно живопись. Я училась в художественной школе и больше как-то вижу в этом жизнь. Эта выставка не первая, которую я посещаю. Мы, вот как Лиза говорила, посещаем выставки часто. Мы на первом курсе на архитектурном дизайне. И вот мы занимались экслибрисом, то есть мелкой проработкой, графикой. И нам очень интересно посмотреть на работы, похожие на те, которые мы делали уже до этого. Мне кажется, каждому зрителю очень не понравится и запомнится. И, может быть, они найдут для себя тут картины, над которыми они потом подумают и найдут что-то для себя. Выставка «Гродно Транзит» пробудет в Бресте до 5 декабря. Затем картины продолжат свое путешествие по городам Беларуси. К слову, ответная экспозиция мастеров кисти нашего региона «Берестейская палитра» планируется к открытию в Гродно 20 декабря.